В этом году в Сочи приехало рекордное число участников – 220 человек из 29 городов России. Программа турнира включает в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках. Эти соревнования являются, будем говорить, категорийными. Здесь можно выполнить любой абсолютно разряд, начиная от массового первого юношеского разряда и включая мастеров спорта. По программе мастера спорта выступить планируют 54 участника. По кандидатской программе 26. Еще 66 человек намерены выполнить норматив перворазрядника. По результатам этих соревнований не только вручат заветные звания, а также будут сформированы сборные краев и областей.